Я же еще после Леры не менял жилет, я в маленьком пошел. Понятно. Я думал, не влезу, но вроде в итоге втиснулся. Ну все скосячили, я без лаз прыгнул тоже в задумчивости. Матерился, одевал их. Нормально. Ну да, я с тебя потом этот, сначала жилет снял, надо было груза снять. Хорошо, что ты за ушки держал. Ну, а я, ну да. Я уж привычный, я сам иногда такой. У меня костюм настолько плавучий, что там не сказали нормально. А, Серег, а надо разбирать вообще? Может закрутить до это, до вечера? Ага.